Всем доброго дня, вечера, как говорится, времени суток. Вот Citroen C4, меняем стойку. Потекла какая-то зараза. В общем, масло с нее прям сочится. Вот он, C4. Как бы ничего сложного, сняли губу, я ее так слегка приподнял. Здесь, естественно, открутили стоечку. Шестигранник и ключик на 22 извлекли сверху. Тут, соответственно, отстыковали стойку стабилизатора и два болта крепления поворотного кулака. Все это аккуратненько вышло сюда. После этого одели захваты, вот, зажали пружину и сняли опорный подшипник. Ну а теперь как бы то, что хотелось показать. Вот снял подшипник, все крутится, вертится замечательно. Здесь есть такая вот пластмассовая штучка, фиксатор, и вот защелочки. Вот они идут. Аккуратненько подковыриваем защелочку и извлекаем фиксатор, в результате чего подшипник разбирается. Вот так снимаем одну часть. Вот тут резиночка или что это, сейчас мы будем посмотреть. В общем, я к чему? К тому, чтобы разобрать подшипники, помыть, добавить смазочки сюда. По сути, это не проблема. Что это такое? Да, это какая-то уплотнительная резиночка. Тоже уже подгуляла. Вот она тоненькая такая. В общем, сейчас наберем сюда смазки, помоем и закроем его на место. Вот так вот, что называется, практически обильно смазываем литиевым солидолом одну вторую часть. Вот так вот сюда мы нанесли, вот, положили. Сейчас точно так же смажем эту часть и установим ответочку. Сейчас нанесем, оденем и защелкнем. Значит, замечаем, где у нас в обойме есть пазы, напротив них размещаем наши защелочки и аккуратненько щелк защелкиваем это стопорное пластиковое кольцо. Такие легкие щелки. Если парень в горах не ад, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник. Так, мне там надо немножечко поправить, поэтому камеру убираю в сторону. В общем, так, щелк, 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 и вся эта стопорная штучка на месте. Так, не забываем убрать излишки смазки, которые остались, чтобы пылючка туда не выпадала. Ну, вот так вот. Отличненько работает, отличненько все застегнулось. Значит, что еще хочу подсказать. Вот забыл маленький момент. То есть, когда мы разобрали подшипничек, смотрим на рабочую полосочку с одной и с другой стороны. Полосочка должна быть ровненькая, без канавок. То есть здесь в данном случае уже парочку канавочек есть, они незначительные, но это говорит о том, что уже скоро подшипник придется менять, и шарики выработали на опоре, как на мотоциклах бывает, на опорных подшипниках. В общем, есть такой момент. Еще не щелкает, они неощутимы, где-то как там они есть, но буквально три цацки такие, не больше. Вот. А когда выработано больше, то подшипник, естественно, ходит неравномерно, так тык-тык-тык-тык-тык-тык делает, как шестереночка. В общем, вот так вот, что-что, а Citroen достойно сделал опорный подшипничек, как на мой взгляд, который можно смазать, разобрать. В общем, всем удачи и крепкого здоровья!